Я 2 года жил в Грузии, под Тбилиси 40 километров. И вот то, что там происходило 2 года назад, я, конечно, переживал. Вот, но вот то, как я воспринял Грузию, когда я в ней жил внутри, потрясающее красивое место, замечательные, добрые очень люди, сельские грузины, вот, добрейшие люди совершенно, футбол играют, борются. Но как солдаты, конечно, да. Вот. И когда вот это все началось, я с интересом, так сказать, так, с таким думал, интересно, что же дальше будет. Ну и когда все это закончилось, вот этими надписями на заборах, вы видели, да? Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом, приедем проверим. Вот. Когда все это было, значит, сделано, я немножко, я не удивился, честно говоря, потому что эти добрые мирные люди, их одели в форму, их научили стрелять, но ведь это уже недостаточно для того, чтобы быть солдатом, Николаевич, да? Нужно что-то еще, что вот, видимо, у нас есть, да, а у них вот этого нет. За все эти годы бесконечные, так сказать. Счастье там, да? Ладно.